Вся гибель людей на водных объектах связана с организацией купания в запрещенных и опасных местах. Купание в алкогольном опьянении и недостаточный контроль родителей за своими детьми. Поэтому прошу, призываю вас при организации купания купаться только в отведенных местах, исключить купание в алкогольном опьянении и родителям ужесточить контроль за детьми, ни на минуту не оставлять их без присмотра.